Всем привет! Сегодня записываем распаковочку посылочки. Вот такой вот из Москвы Сити. Из Москвы Сити. Из Москвы Сити посылочка пришла на пробочке. Так. Это пробочки какие? Отгадайте этот раз. Правильно, Германия. Открыть тут, чтобы мне было чем почитать, так сказать, на досуге, блин. Обалдеть. Давайте смотреть. Вы готовы, ребята? Вот так вот пониже теперь. Это пробочки Германия, пробочки пополнения моей коллекшн. Так сказать. О. Так, давайте потихонечку. Ну что, давайте выкладывать их. Это что? Это просто она немножко проржавела и ржавчина отлепилась. Пацанчик в трубке. У меня, кстати, есть они, но вот этих нет. Мужчина. Паулайнер безалкогольный. А вот этот мужчина, попивающий пивко. Так, это вот мы сейчас отдельно будем складывать пойти наверх. Это целая серия. Так, целых две серии, наверное, у меня будет тут. Мальчик с пальчик. Якорек. Ух ты, какая прикольная пробочка. Ни хрена чуть не видно. О, какая. Прикольный цвет такой. Вроде и розовый, а вроде и не розовый. Вот. Слоник. Вот такая вот. Джеван. Вот такая вот. Вот такая вот замечательная. Ну, это мы сюда, к серии. Такая вот. Это тут, наверное, серия какая-то будет. Не знаю. Зайчик-попрыгайчик. Вот такая вот голубенькая с белым стружечкой внутри. К серии. К серии. Кромбахер или Кромбахер. А, Кромбахер. Кромбахер. Ё-моё. Тут название. Так, такая вот звезда шерифа. А, тут некоторые Германии, а некоторые американские пробочки. Reds. Норм. Зачетная пробочка. Да, продолжаем вот это. Пацанчик наш зеленый. У меня таких для коллекции не хватало. Вот такой вот. Ой, какой безалкогольный. Просто какой-то францисканер беленький. Такой. Ну, мы сейчас вот этих накидаем. Прикольно, когда люди продают по сериям, то есть, чтобы там, если у тебя нет пробочек, выбрал и сразу собрал.
какой-то заводик интересный. Так, давайте дальше. Глухари. Вот такая вот маска. Такие вот. Ну, смотрите, сколько прикольно. Вот сразу. Целая пробка. Я говорю, прикольно, когда серию какую-то можешь собрать. Ну, то есть у меня, например, есть там несколько пробок. А тут бац, короче, человек продавал вообще целую серию. И что можно приобрести? Такая даже, он, наверное, ее положил отдельно. Я такую не покупал, по-моему. Там пиво. Продолжение этой серии. То есть смотрите, сколько их, да, на чатле, и сколько вкусов разных. Вот такая вот корона. Смотрите. То есть теперь вы понимаете. Таких, например, у вас нету в коллекции пробочек. Да? Ну, мне нравится вот этот пацанчик. Давайте я его отдельно отложу. Он у меня даже на канале в шапке без заставки. Там даже пробка такая с ним есть. Так, ну что, продолжим. Потому что это еще не все. Такие вот пробочки. Классные, суперские пробочки, красивые. Какие-то американские, да, какие-то просто обычные. Прикольно, а вот серия вот эта собралась, можно так сказать. Я не знаю, еще есть там какие, нет. У меня, наверное, пробочки 3 там есть такие. Такой-то как, знаете, раньше такие... Давным-давно были сапоги, снимаешь. Типа, одной ногой сюда ставишь, а другой ботинок задираешь, сапог сдираешь. Вначале, наверное, 20 век такие приспособы были. Вот еще грамбахер. Так. О, еще такая. Посмотрите, сколько их вообще. А, или это две одинаковых? Не, это две разных. Одна черная, другая беленькая надпись. Вот такая вот. Там больше. Не все тоже разные. Зубр. Без самого зубра. У меня есть две, по-моему, с зубром самим. Вот такой вот. Вот такая вот птичка наша. Кораблик. О, зацените еще. А, нет, это у нас вот, вот в этой. Вот в серию идет. А, ну что, 9 минут уже. А еще и не все. Вот пацанчик этот. Продолжение вот этих. Надо прямо вот так все показать. Вообще надо сюда сложить и два ряда. Чтобы, если люди, кто собирает именно такую вот, такого производителя, чтобы знали, каких у них не хватает, каких им еще стоит поискать и сколько вообще их бывает. Вот Миллер. О, еще одна. Оцените, сколько их вообще. Такой вот мужчина. Так, сейчас немножко прилип.
Так, вот такой вот. Классно, классная. Это покупочка была. Классная покупочка. Пополнение коллекции. Вот, зацените, еще одна. И еще одна. Прям вот человек тоже молодец, собирал, где-то вот их нашел. Тоже прикольная пробочка. Какая-то фабрика, видимо, пивоваренная нарисована. Но она замятая. Но это ничего страшного. Прикольно, такая классная. Так, давайте. Тоже тут места не хватает. Вот сюда складывать. Дама такая. Тут еще мужчина. Это уже вот просто такой вот и такой. Вот продолжение той серии. Все уже попадало. Так, сейчас я уберу часть пробок, а то уже просто все тут падает, мешается. Небольшой стол. Вот смотрите пока вот на этот. На эту, так сказать. На эту серию я вижу, что там еще, по-моему, одна пробка какая-то. Сейчас мы все это у нас берем. Чтобы все просто мешает и удобно. Неудобно смотреть. Неудобно смотреть, выкладывать. Давайте вот такая вот безалкогольная. Это какая-то не безалкогольная, наверное, не фильтрованная какой-нибудь. Имеется в виду, если она белая. Такая вот интересная. Вот продолжение вот нашей серии вот этой. Вот так вот, вот так. Сейчас мы... Продолжение этой серии. О, пацанчик этот. А, это, наверное, этот Миллер, что ли? Миллер, да. У меня такой нет. Классная пробка. Как чуть мне говорит, у меня такой нет. У меня всех таких нет. А, некоторые просто действительно такие прикольненькие, а некоторые, ну, такие обычные. Ну, к обычным я бы, наверное, отнес бы. Ну, вот это обычная пробка такая, золотистая. Ничего такого в ней нету. Ну, понятно, что холст. Но вот это такая тоже не особо впечатляющая. Но эти, можно сказать, тоже не особо такие впечатляющие. Но из-за того, что они очень разные. Но если какую-нибудь одну взять. Ну, хотя какая-нибудь одна такая будет. Вот это довольно-таки интересно. Разные цвета используются. Вот зайчик-попрыгайчик. Вот такая вот. Зубр. Мужчина. Так вот. Так. Ну все, осталось недолго мне вас мучить. Мучить своей болтовней. Ну, лошадь какая-то, цените. Помятая, правда. Но это вообще не беда. А вот еще одна такая же. Они отличаются шрифтом. В продолжении нашей серии. Вот такая вот пробочка. Вот такая вот лимончик. Прикольный. Прикольно, что да, у человека, вот он молодец, прям какой. Собирал все эти вот пробки по сериям там. Не знаю, почему он решил продать все это. Может, надоело. Многим просто надоедает, наверное, фигней заниматься. Такие, наверное, ну, что-то надоел. О, зацените, Левен Браун. Какой безалкогольный. Так, вот так вот давайте. Безалкогольный. Прикольный, да? Прикольный, прикольный. Вот так. Птичка. Ну, это какая-то тоже вот это вот как-то она пил называется. Их тоже несколько. А вот как вам такая Левен Браун? Национальный парк. Какой-то вообще, блин, ничего себе. Вот это вот поворотик. Прикольный тоже. Ну и что, последняя пробочка. Вот такая вот. Класс.
Классные пробки вообще. Очень классные. Я доволен. Я доволен ими. Особенно прикольно вот это. Такая. Это, видимо, какая-то прям лимитированная серия. То есть, видите, прям написано «Национальный парк». Чевабуш. Чевабуш. Франкишер. Валд. Прикольная. Ну, а в целом, что из этой покупки прикольно, что вот эта вот серия, да, собралась. С мальчиком я дособирал, которых у меня, может, не хватает. Или которые, может быть, еще какие-то есть, я просто не знаю. Это же Германия, я же не знаю, какие там еще бывают пробки. А бывает, зайдешь там, посмотришь какой-нибудь этой. На каких-нибудь сайтах там тоже не все показано. Ну, в общем, классно. Спасибо, конечно, кто мне это продал. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Здорово. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Какие видео бы хотели видеть. Или какие вообще не хотели видеть. В общем, желаю вам удачи, здоровья, терпения. Спокойной ночи.